Друг, я понимаю, всем привет. Она жива, она едет. Колеса накачал, ты его сделал. Говорит, дай хоть покатаюсь чуть-чуть. Амортизаторы новые, давайте покажу. Она едет. Да, она едет. Сейчас 40 км по асфальту тест-драйв. При Луке не знаем, правда, как ее довести. Там может у кого-то есть фаркоп, то поедем с ней. Не чини так быстро, я не успел камеру включить. Ух ты, блин, вот это забота. Ну, чтобы колесо не отлетело. Так а в цвет нету какого-то желтенького покрасить. Стяжки? Может, а, покрасим? Для наклеек. А, да. Что-то не продумал я. Так, что еще тут у нас? А, я хотел уровень масла посмотреть. Ну, до шланга тут 60-ку длиннее просто. Нафига ты хочешь время? Да. И все, купи кусок шланга на 10 сантиметров длиннее. Ладно, то решим. Так, долил. Дай кусать. Долил свежего антифриза G13 2 плюса. Дай кусачки. Сейчас кусачки. Зачем? Ну, ты принеси кусачки. Ну, а, чтобы за ветку не зацепиться. Так это надо Русику на всякий случай взять с собой. G13? Крыло да. Да, крыло починил классно. Нет. Сейчас химчистку сделаем уже после сегодняшнего оффроуда. Штурмана с собой. Валерка? Валерка, да. Пусть едет тоже. Че, он на оффроуде-то редко бывает сейчас. Пусть едет со мной. Человек же скучает, хочет, наверное. А вот и Киев справа. Красота эта вся. Погода как под заказ, и не жарко, и не холодно. Где-то градусов 20 сейчас, наверное. Какой у нас красивый город, нереально просто. Справа мост закрывает немножко обзор. Тут же сейчас будет природа первозданная. После этой красоты всей. Да, вон София. Сколько лет. Столетий сколько простояло и стоит дальше. Как люди это строили, непонятно. Венецию показывали по телевизору. А какой-то фильм вчера был. Это вообще фантастика. Непонятно, как это люди могли делать. Много столетий назад. Вот эти фантастические места. Вы знаете, сколько не ездим, настолько прекрасное место, вот именно по энергетике, по природе, по красоте, просто ну нереально. Посмотрите, ну где такое? Ну это ну, на обычной машине тут ехать. Кстати, сейчас посмотрю, за сколько я доехал, вот конкретно от заправки. 40 минут всего, представляете? 40 минут и ты в другом мире. Сейчас мы догоним наших. Тут близко. Не знаю какой, 20-й раз, наверное, говорю. Когда выезжаю на вот эту гребеночку, сразу Танзания перед глазами. Сейчас будет бродики, джунгли. Джунгли были в темноте последний раз, когда мы тут ехали. Сейчас они будут по-светлому. Так, друзья, ну все, оффроуд. Включил вот основную, вот онлайн идет. Показываю на основную камеру, что происходит. Вот такие джунгли здесь у нас, настоящие джунгли. Не хуже, чем... Просто непролазные, вот если вам показать сбоку. Просто зарастает... Не хуже, чем где-то в Африке или Латинской Америке. Так, я ходом сейчас быстро их догоню. А хабы надо включить еще. Попробую на заднем приводе догнать, хотя лучше включить, чтобы потом в болото не лезть. Вот тут желтый запорожец я оставлял, когда его украли. Ну, пошутили ребята, на самом деле не украли, но есть там видео.
этих приключений. Да на заднем я тут проехал. Тут с прицеп дачи есть видео, как мы едем. Это жесть вообще. Так, вон, смотрите, тут сиеры есть. Так, слева там болотце, ну все высохло. Можно даже, нет смысла там напрягаться. Ага, вот прямо есть. Давайте прямо проедем. Есть болотце небольшое. Заодно поймем уровень воды и сложности. Нету сложности никакой. Мы тут в темноте ехали. Вчера как раз это видео вышло. 10-я серия с дня рождения Вити. Попробую после сегодняшнего оффроуда, попробую вам показать. И вот сразу, смотрите, правый поворот, который можно проскочить. Ну, уже так поднакатали мы. Сейчас догоним. Ого, хорошо здесь. Конец сентября, я в шортах. Очень тепло. И ночь была теплая. Красота, в общем, полная. Так, взял камеру в левую руку. Рулем правой. Да, такое чаще, я понимаю, там онлайн, наверное, качество не идеальное, но, блин, тут даже почту посмотреть нельзя, еще несколько лет назад было, а сейчас четкий онлайн идет. Не сильно я и опоздал. Сейчас мы их догоним. Еще даже что-то успеем показать на этой части. Ого, тут нормально рубился кто-то. На заднем приводе ни одна пониженная не включена. Попробую новый формат вам показать сегодняшней покатухи. Видео. Завтра будет премьера нового этого формата, точнее нового формата видео. Но он не новый, просто другой. Посмотрим, как вам понравится. Там уже напишите, расскажите. Посмотрим, как YouTube среагирует. Как вы среагируете. Я имею в виду новый вид монтажа и подачи материала. Витя делал рекламный ролик поздравительный. Нашел интересного человека. Ну, еще меня он не познакомил с ним. Ну, такой профессионал в плане монтажа и контента. Ух ты ж, елки, упал я. Что-то бревно бросил. Ну вот, смотрите, слева бородач кончил у не мог. Вот. Еханый бабай. Так, сейчас включу все-таки одну пониженную. Вот это место, где бородач убил у не мог мотор. Хотя на самом деле странно. Так, все. Задний привод закончился. Пойду. Пытаюсь. О, все, включил. Только камеру перевел. Все включилось. Пойду включу хабы. Блин. Надо было, конечно, это делать раньше. Вышел без камеры. Такой жестяк тут вообще просто. Ну, нормально размесили уже до меня. Подготовили пацаны трассу. Елки, хотел ноги не испачкать. Хрен получится. Не получается, он уже все в болоте.
включились. Да, нормально все. Да, тут уже порубились пацаны знатно, я смотрю. Ёлки, вышел на 2 секунды, спина в колючках. Задницу колет, спину колет. Да, вот тут у Немок сидел, вот это место. И в 63-м там есть классное видео. Тоже Миша пробовал проехать несколько раз. Давайте тут колею освежим. Так. Кто-то, Андрюха тонировка едет навстречу. А, тут что-то не он один едет. А чего они едут? А, я понял, до Брода доехали. Включили заднюю. Видите, какой сюрприз. Неожиданный. Кто-то новый. Привет. Там ждут вас уже, ребята. Да, да. А вы что, очканули? Там сильно глубоко. Да нет, там вообще нет воды сейчас. Вы что? Накопали ямы такие. Там правее траектория. Идем, я покажу, там можно проехать. Не хочет. Андрюха, привет. Фото давай тебе праздничное. Что, а? Ты заднее включил или что? Домой? Ну хорошо, давай, сейчас встретимся. Привет, уничтожитель камер. Онлайн идет, а? Штурман Валера. Валера, да, у нас штурман. Давайте покажу, Валера штурманит. Давай, короче, объезжаем. Кто не хочет глубоко нырять. Ну, было не глубоко, может, вода поднялась, не знаю. Сейчас глянем. Грязь летит просто выше крыши. Так, и это сейчас будет то место, где... На вчерашнем видео мы кардан потеряли. Витя его откручивал. И в темноте возвращались в лагерь. Колесо качали. Тут, ну, в общем, посмотрите. Кто не смотрел, подпишитесь. Кто не подписан, поделитесь. Колокольчик включите. У многих не включен. Из-за этого не всегда видно новый материал. Вообще все от Ютуба зависит. Вот он выбрал пару роликов, предлагает их. Их смотрят. Хотя есть намного посерьезнее. Не, ну там хороший материал. Выбрали шикарные два ролика, причем лучшие выбрали. Так, ну вот это место, где мы кардан откручивали 2 недели назад. Ну и вот жесть вот здесь, смотрите. Вот тут сидел очень хороший УАЗ Андрюхин. Тут просто очень жестко, смотрите, какая жесть. Даже мне не просто. Даже мне не просто. Посмотрите, какая красота тут, блин, водная гладь. Что они тут понакапывали? Сейчас помоем трансмиссию. Да ну вообще детский сад. Детский сад, чего они поехали объезжать? Привет. Почкнули, короче. Вообще ни о чем. Скажите, да, колеса же у тебя. Мальчик, отойди от машины. На камеру. Я хочу попробовать, пока ты не накопал. А я не накопаю, я по верху проеду. Ага. Ну, хочешь ты, давай, конечно. Ну, Мали... Ладно, едь, я не поеду. Не-не-не, я не буду. Без тебя я не пойду, Леня. Леня, едь! Сейчас Леню запускаем, вот вам и контент будет хороший. Чела настоящий. Да, с прошлого раза мои следы, да, наверное? Я так и сказал, правда. Да, с прошлого раза мои следы. Давай, красиво идешь.
Красавчик. Сейчас. Подожди, не суетись, спокойно, давай, потихоньку. Понижение явно отлично, посмотри, красавица вообще. Без напряга просто. Блин, вышел включить хабы, посмотри, весь в чем. Ну да, поспела. Давай. На, я включил. Все, снимается? Да. Весь колючий, не упал. Ну что, дорогие друзья, сейчас мы посмотрим, как Руса Мегауаз проедет. Что? На холостых давай. Давай, на холостых. Ты прям пижон на холостых. Так ты можешь и не садиться тогда. Так, начало. Блин, забыл сцепление. Ну, сейчас, конечно, здесь воды нет. Такой. Ну идет. Сама. Как обычно, едет сам. Это Руса нет. Специальная блогерская машина. Ну просто Рус ее только портит. Ну, легче на 100 килограмм. На 100 килограмм, он хитрый, на 100 килограмм легче. Рус, там, наверное, садись, потому что не выскочит. Сейчас он залезет, чуть газку поддаст. А хотя не, нормально. На холостых я не трогаю ничего. Ноги вот. Ну да, яма уже не та, в общем. О, у тебя фонарь новый сзади. Да, это тюнинг. Убираться? Не надо. Вот так, короче, получилось. Я думаю, вам понравилось нормально. Нормально едем. Поехали. Вот он, наш спаситель идет, это звезда моего ТикТока, и не только. На ТикТок подписывайтесь, кстати, кто не подписан. Дай пятюню. Привет, Сань. Что там, а ты на с кем едешь? Я, как его, Женя, не Женя. Ну, это Йотик. Это. А, Женя. Так тут три машины осталось только? Моя четвертая? Твоя третья. Теперь вам плюсанули спереди две машины. Один из них Mercedes ML. ML? ML. Только что прошел тот брод. Ни хрена себе, ну идем смотреть. О, тут серьезные джиперы. Йоханы бабай, привет, елки. Люди начали забывать твое лицо, они же нервничают. Будешь сегодня на якоре в космос лететь? Да. Леня, ты брал якорь? Конечно нет. Зачем? Такая Юля хотела это. Покататься? Покататься хотела. Вон карусель, Саня. Карусель. Саня мог бы заменить ее, в принципе, карусель. У него получается нормально. Я сегодня и так доволен. Я проехал в том месте, где никогда не проезжал. Пошли, еще там. Да, да, но это, конечно, высохшее. ML, друзья, ML. Ох, елки, Олежек, привет. А чей это, твой? Не знаю, кто-то бросил. А что, он взял? Новые номера, 1952. 52 года. Пилот? Да. Ну да. Какой-то не свежий. Ну тут хорошее место. Сейчас мы посмотрим, кто что может. Да, с колючками засада полная произошла. Блин, буду хабы на асфальте включать теперь. Такой дискомфорт. Вся спина, ну это как массаж сразу работает. Так, первый пошел. Ох, елки. Тут классно. Тут очень классно. Самурай. Леня тут застревал. Не один раз. На Фуранере. Ну, на этой серьезной машине ему, конечно, нечего бояться. Так, второй Женя на коксе. Да, ну, проходное место. Вода упала. Замес не сильный.
Чирокик красивая машина просто. На 33-х колесах. Шикардос. Так, а там ML втихаря притаился и с той стороны. Куда ты, Олежек? Ёханый бабай. Вон он творит. Я тут пошел по джунглям, чтобы вам его показать. И по болоту. Да, вода холодная в болоте. Ночи холодные. Теплая. Слепой в телепузах. Говорит, что ему тепло. Ё-моё. Так, МЛ-ка. МЛ-ка редкий гость на оффроуде. Ого! Цепляй веревку, я тебя назад подтяну. Я сейчас открою, зацеплю. Подъезжай, Руслан. Сам подъезжай. Да, МЛ. А, кто-то недавно мне сказал, что в этом МЛ есть рама в первом поколении. Сейчас мы, кстати, это и проверим. Может, кто-то знает, можете написать. Зашакал, Саня. Так, пилот садится. Аккуратненько, чтобы ничего ни себе, ни ему не сломать. И так вообще дергать нельзя. Кто в курсе, кто со стажем, тот знает, это неправильно. Надо разворачиваться и дергать, когда машина едет вперед, потому что нагрузка на шрусы ломаются, так шрусы на раз-два, я помню. Сломал так не... Ну, один сломал, и после этого я уже так не делал. А на глазах у меня сломало много людей, так шрусы. Саня классно стал, конечно, но мне же ничего не видно. И вам, соответственно. Как МЛ прошел это место. Прошел. И тут и слепой мочит. МЛ зачет. А правда, что тут рама есть? Да? Не интегрированная, а полноценная рама. Можно лифтовать его. А понижайка есть? Понижайка есть, рама есть. Так ты махнул бы под жерик, не глядя? А, ты взял протестировать? А, чтобы контент у меня был, да? Спасибо, друг, спасибо. Давай, я за тобой теперь сегодня целый день езжу. И вытягиваю тебя, и спасаю. Понял. Есть у нас сегодня звезда. Ого, блин, его догонишь. Сейчас спросим, что там за мотор. Ё-моё, как красиво тут летит. Да, колесо явно спустило. Надо будет обязательно. Я хотел на этой неделе сделать, но не дошли до него руки.
сосны, березы, все есть. Я провод. Ну, это знаменитейший брод, где мы тут и Субару спасали, и Лексус. И наши тут тонули, все, кому не лень. Сейчас посмотрим, что Жека покажет. Толкать мы его не сможем. Ох, ё-моё, что-то как-то глубоко стало. Ему надо вправо уйти. Да, копнули там. Сейчас. Назад, видите, ну назад выезжает. Будет входом пробовать. Слепой уже на том берегу. Да, не хватает шин и блокировки. Глубина бешеная. Сейчас ему подскажу, как правильно взять. Не подскажу. Вправо надо, ё-моё, он влево наоборот. Ну, тоже вариант. Тоже варианты поменять траекторию. Мне тут, видите, просто очень вообще совсем даже, я бы сказал. Слушай, а что ты твой штурман не тропит? Так, ставим машину в сторону. Так, черкес. Да. Лебеду давай. Колеса ровно, ровно поставь колеса. А хоть тормоза появились задние. Все, теперь попробуй раскатать. Помылись? Не, повис все. Ух, какая холоднючая вода, вообще жесть. Так, 88, зрители. По чуть-чуть. Поднялась, да, чуть-чуть? Нет, в салон. А, в салон прибывает. Она чуть попала, у него сейчас наберется. Давайте. Сейчас включу две пониженные, чтобы он и фары выключил, чтобы он за меня зацепился. Все, я уже не нужен. Цепляй за шакал. Правильно, Чероки лебедка стоит. Четко. Что там, Леня едет? Очень холодная вода, наверное, градусов 10. Ну, 12, может. Так аж, ух. Леня, попробуй туда! У вас держит спокойно. Просто без никого на двух пониженных. Мотор хороший. Ракет такой чистый, красивый. Леня знает траекторию. Да, на тортике пошла. Леня проскочил красиво. Смотри, как эта вишенка на тортике проедет, мне не зацепится. Да ё-моё. Руса и Мазан. Так. Вот и ML. Это, блин, Олег исполняет. Вот вам EML. Охренеть вообще. Вы такое еще не видели точно. Как? Чероки на 33-х сидит. А EML, ну видите, все. Опыт, траектория все решает.
Мозги. Мозги, да. Главное. Как проехать и не утопить. Все, ДТП, фонарь восстановлен, все нормально. Да, восстановлено немного. Тут, правда, провода видно. А где ты стекляшки нашел там тогда? Нет, это я у себя нашел в гараже от фуранера. Я это. А, так у тебя кусок фуранера. Я решил ему, он сказал, что ну, у него же есть. Я из этой фары сделал себе. А, из бородача фары? Не, ну ты садист, конечно. Да она стоит 100 гривен, тебе же Макс, этот, Макс нашел. Да я хочу светодиодное поставить. Да не, ну не надо это мажорство. Давай, снимай. Так, ну, тут я не знаю. Я в прошлый раз ничего не заметил сложного. Да не, не сложно совсем. Совсем не сложно. Там ты на картон едешь? Не знаю. А ты? Вроде нет. На чем? Я говорю, она такая непростая. Явно непростая. Ого! Жека уже в стиле Миши и Боди, блин, и Олега. Проезжайте, проезжайте. Красиво. Ходом прошли. Так, ну и теперь главная звезда сегодняшнего дня. Олег, технично. Технично и красиво. Что там за мотор, интересно? Что у него за мотор, не знаешь? Штурман на месте, да. Смотрите, я просто беру и еду. Не, ну есть там определенная сложность, но твердая все равно. В принципе, не сложно. Тут справа еще есть яма легендарная. Она, наверное, высохла. Не знаю, Леня поехал в нее. Но сейчас я поеду в любом случае в нее. Вот она. Саня, 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 вот сюда. Заход наглый под углом. Да, все тут высохло, к сожалению. А было раньше сложно. Смотрите, аж деревьями поросло все. Где они все? Давай. Залез? Так, Саня сзади. Саня залез на меня. Едем догонять. Едем, едем, едем. Да, осенью пока и не пахнет. Что-то колесо, наверное, опять. Какое-то проклятое переднее левое место. Какое колесо туда не ставишь, я же поменял переднее с задними местами. Оно опять спускает. А наши улетели. Но зато мягенько идет. Быстро спустила, странно. Может, ресурс колес заканчивается уже. Вот легендарные места. И мы тут.
Валера на месте. Подписывайтесь, делитесь. Все дальше покажу позже. Даже завтра, наверное, скорее всего. Сегодня вряд ли успеем, хотя, может, и рано приедем. Ну, в это, я думаю, вы не верите. Все, пока. Спасибо всем, кто смотрел, кто досмотрел. Кто подписан, кто подпишется. Лайки не забудьте, колокольчик обязательно. Комментарии напишите. Всем пока.